Привет! Запуск этого девайса будет проводиться в космос. Имеем станок. Штатный двигатель отсоединен ремнями. И сверху прицеплен 2-киловаттный двигатель постоянного тока. Вот. Это все включено через диодный мост. И последовательно 3 фена стоит. Производим запуск. Ток зашкаливает, фены гудят, мотор не крутит. Помогаем мотору. Так. По мере раскручивания ток начинает падать. И теперь вот этим автоматом отключаем фены. Потребление около 5 ампер. Реверс. Остановка. Вперед. В целом, даже можно сказать, работает.